Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Fabric Reality. С того момента, как я стала активным пользователем продукции компании Faberlic, а произошло это в 2016 году, в момент объединения компании Florange, с которой я сотрудничала с компанией Faberlic, и с этого момента я стала активно пользоваться продукцией компании Faberlic. Нужно же было изучить, что это за продукт, какое действие он оказывает на нас, на нашу кожу. И, конечно же, компания Faberlic – это прежде всего качественная кислородная косметика, это качественная декоративная косметика. И сейчас у нас расширяется ассортимент, я всякий раз приобретаю для себя какие-то новинки, всякий раз поражаюсь, боже, как можно столько всего изобрести, столько новых инновационных продуктов. И действительно, в каждом каталоге у нас большое количество новинок, особенно сейчас расширяется линейка декоративной косметики, итальянская декоративная косметика, производится она у нас на итальянском предприятии Интеркос, там же, где и Герлен, и Шанель, и Диор, и так далее, то есть все брендовые марки люксовые, там же производится и сырье для нашей декоративной косметики. В общем, я, конечно же, стала активным пользователем нашей продукции, продукции марки Faberlic. Она мне очень понравилась. Я смогла выбрать для себя и уходовые средства, и, конечно же, средства из декоративной косметики. Стала чаще делать макияж, а точнее, я его делаю каждый день. И у меня в какой-то момент возникла проблема, а где мне все это хранить? Конечно же, компания Faberlic тоже смотрит в сторону организации хранения. У нас в серии Дом появились специальные органайзеры для хранения, у нас появились органайзеры для косметики. Но тут такой момент, вот все, что появилось для косметики, это такой небольшой вариант, а у меня косметики очень много, и я понимаю, что либо мне нужно в огромном количестве покупать вот эти органайзеры, один на один их составлять, и это неудобно, либо мне нужно найти что-то такое удобоваримое для меня. И я такой вариант нашла. Сейчас с вами поделюсь этой информацией. Возможно, у кого-то из вас такая же есть проблема с организацией косметики, как все сделать так, чтобы было удобно и под рукой. И сейчас сделаю обзор на те органайзеры, которые я купила, и давайте приступим, собственно говоря, к этому обзору. Я сознательно погуглила, зашла на AliExpress и выбрала те органайзеры, которые меня устроили и по размерам, и по функционалу. И смотрите, какой я конструктор-органайзер купила. Он состоит из двух частей. Вот такая основа. Здесь мелочь какую-то можно разместить. И сама большая такая вертушка. Здесь несколько полочек. Эти полочки можно регулировать под себя. Смотрите, вот видите, здесь несколько таких отверстий, и сама полочка, она регулируется по необходимому размеру. Здесь, например, у меня стоят баночки с кремами, здесь у меня палеты расположены, пудра, здесь тоже кремы, здесь продолжение кремов, уходовое средство, еще кремы. Здесь у меня тоналки, праймеры, еще кремы. То есть получается, что очень функционально и очень удобно, что эта вертушка. Действительно, я просто вот вращаю и выбираю себе те средства, которые мне в данный момент необходимы. Ну и вот здесь тоже наверху есть несколько отделений. Все, что у меня там не доуместилось, я сверху поставила. И вот видите, даже здесь у меня кисточки для тоналки, кабуки, вот эту кисть для пудры, парфюма. А дальше здесь у меня тени жидкие, здесь пудра, палеты теней. А там тоже кремы для век, в основном корректоры. Вот еще корректоры у меня стоят. И отдельно это просто стакан с кистями. Я вам хотела показать, каким образом я храню кисти. Обычный стакан покупала в обычном магазине. И вот такой еще органайзер я приобрела. Это органайзер непосредственно для губной помады. Правда, мне его не хватило. И вот такой я еще планирую один купить.
Смотрите, здесь, по-моему, 24 отделения для 24 штук губной помады. Каждое отделение вот для отдельной помадки. Очень удобно, что все эти органайзеры прозрачные. Здесь уже, видите, у меня жидкие помады, там блески стоят. И закрывается на прозрачную крышку. Тоже очень удобно, не скапливается пыль. Конечно, вот здесь она может осаждаться, но поскольку у меня прям вот в постоянном ежедневном использовании данный органайзер, то пыль, в общем-то, и не осаждается, не успевает она осаждаться. В общем, девочки, очень удобно. И, конечно же, это занимает место на столе, но у меня есть туалетный столик, просто сейчас для демонстрации я вам поставила на обычный письменный стол, а у меня есть туалетный столик, и там все как раз-таки очень удобно размещается. Вот такая удобная конструкция, и одна, и вторая, так что, если интересно, можете заглянуть ко мне в инфобокс, там есть ссылочки на магазин, где я все это дело приобретала. Вот такой сделала промоушен органайзером, который я купила на AliExpress. Кстати, по цене они тоже не самые дешевые. Вот вся эта конструкция, вот это и это, мне обошлись в 3 с лишним тысячи. В общем, девочки, это удовольствие не самое дешевое, но оно действительно очень практичное, нужное и очень функциональное. Ну что, девочки, вот такие функциональные штуки я приобрела. И видите, что несмотря на то, что действительно косметики у меня много, но как-то мне удалось все разложить по полочкам. Правда, есть небольшой еще у меня островок из губных помад непристроенных, но я в конечном итоге все-таки хочу приобрести еще один органайзер для помад. Может быть, такой же, вот идентичный той коробочке с крышкой, которая у меня имеется. Уж больно он удобный, больно хороший. И один на другой поставить. В общем, вот такой я нашла выход. Если вам вот эта информация тоже интересна, полезна, конечно же, поставьте лайк под данным видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Для тех из вас, кто еще не имеет такого арсенала косметики, не активно пользуется, но при этом хотелось бы, чтобы все-таки были качественные уходовые средства, вы уже смотрите в сторону такого хорошего ухода за кожей, уже возраст обязывает, да и изменения на коже обязывают. Я, конечно же, вам предлагаю воспользоваться косметикой компании Faberlic, потому что действительно у нас уникальный кислородный комплекс, который входит в состав большинства наших кремов. Причем косметика у нас производится не только на собственном производстве, и косметика у нас разрабатывается, вот научные разработки. У нас есть собственная лаборатория и еще научные разработки с другими лабораториями, с французской лабораторией, с корейскими лабораториями. И вот создаются вот эти инновационные формулы, которые очень хорошо работают. И действительно, вы также можете пользоваться по доступным ценам нашей продукции, нашими косметическими средствами. И не только косметическими средствами, потому что современный Faberlic – это не только косметика, не только парфюмерия, это еще огромный гипермаркет различных товаров, и у нас компания является компанией стиля и образа жизни. У нас, например, есть такие инновационные продукты в серии правильного питания, ухода за собой с внутренней стороны, со стороны здоровья. Есть продукты серии wellness, продукты спортивного питания. Есть у нас продукты вообще для правильного питания, например, правильный кетчуп, вот сейчас у нас появится правильная соль, у нас есть супы, каши, которые именно с точки зрения правильного питания были приготовлены, и вы можете все это приобретать для себя. У нас есть одежда, обувь, нижнее белье, аксессуары, у нас огромный ассортимент качественных товаров, и все это можно приобретать. И при этом еще и экономить 20% на своих покупках. Чтобы это произошло, необходимо оформить личный кабинет льготного покупателя. Для этого я вам оставила активные ссылки по данным видео, проходите по ним, оформляйте свой вход в личный кабинет, это абсолютно бесплатно, паспортные данные не нужны, точно так же, как в обычном интернет-магазине, вы заполняете коротенькую анкету, оставляете свой имейл и свой телефон, и после этого
получаете смс с логином и паролем для входа в ваш личный кабинет, из которого вы в дальнейшем совершаете покупки. После этого я обязательно с вами свяжусь, если вы пройдете регистрацию этого кабинета вот по этим ссылкам под данным видео, и стану вашим информационным помощником в компании Faberlic. Расскажу, как вы можете не только экономить на своих покупках, но еще получать огромное количество подарков, в том числе можете получить в подарок набор кислородной косметики из 3 средств за свои покупки. За покупку на 1399 рублей, а подарок стоит 2397 рублей в ценах каталога. Представляете, как это здорово просто совершать покупки, причем на очень приемлемые суммы, и при этом еще и получать подарки. В общем, обо всем вам расскажу, о всех программах, акциях, которые есть у нас в компании, проконсультирую вас по продукции, отвечу на все ваши вопросы. И это все произойдет после того, как вы зарегистрируете свой личный кабинет на свое имя и получите вот такой шикарный доступ ко всем возможностям компании Faberlic. У меня на этом все. Говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.